Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на стадионе «Спартаковец» в Москве. И это вторая лига. Родина М, Родина молодежь против команды «Ядро» из Санкт-Петербурга. Вашему вниманию на стадионе «Спартаковец». Команда, что касается Родины М, Родина молодежка, то здесь следующие 11 человек в старте. Максим Айсин, голкипер, 35-й номер. И далее полевые. Неплохо комбинирует Газиев. Перевод в штрафную. Удар поворотом. Вот так, действительно. Ядро со своей половины начинает потихонечку выбираться. Родина старается перехватить. И момент! И шикарный эпизод. И блестящая игра Малышева в первую очередь. Сейчас посмотрим еще раз этот эпизод. Как здорово сумел освободиться. Но все-таки зацепиться здесь за мяч не удалось. Подбор и пробить. Удар. И было очень рядом, очень близко. Хороший момент у Родины. Еще один. Рамази Капанадзе. Тренировочный сбор. Оценили готовность футболистов здесь. Угловой еще один Ядро зарабатывает. Ну и туда. Ближе к штрафной. Борьба за мяч идет. Удар поворотом. Атака Ядра. Приближается вновь через правый край. Хороший момент. И очень близко было. Очень было близко. Но вот по-настоящему, пожалуй, голевая. Пантюхин. Пантюхин. Включается и пробивает поворотом. Аккуратно. Скидка. И сразу перевод вперед. Надежды на то, что удастся Самсону. А ему удается продвинуться, даже пробить поворотом. Андрей, как всегда, опасен впереди. Ну и сейчас такая быстрая, хорошая атака у Родины. Продолжение атаки. Удар поворотом нет. Но вот так, с разворота. Отличный эпизод и блестящая реакция от Владимира Малышева, который в очередной раз спасает команду. И пока 0-0. Во многом за счет классных действий голкиперов. Еще один момент. Продолжается атака Ядра. Именно команды из Санкт-Петербурга с мячом. Но уверенно Богдан Головко показал, что ничего в том моменте в плане нарушения не было. Удар! А вот здесь не было ли руки? Еще продолжается атака Ядра. Еще один момент. Еще удар. А вот, собственно, три игрока, которые поле покинули. Выходит голкипер, но все-таки свисток прозвучал. Даже несмотря на то, что мяч в ворота попал, арбитр сейчас покажет красную карточку. Неожиданно, и сейчас выйдет еще и Константин Михайлов. Еще раз давайте посмотрим. Сыграл руками за пределами штрафной. Да, после этого уже доиграл эпизод игрок Родины до конца, но сейчас момент у Родины. И шанс для московской команды. Удар поворотом, добивание, и 1-0. Родина забивает и выходит вперед на 73-й минуте. 1-0 в пользу хозяев. Арбитра мы это видели. Ну и сейчас тоже еще раз посмотрим. 33-й номер забивает Егор Трунтаев. Именно он оказался работать этот штрафной. Ну и можно вполне пробить. Но удар выше. Футболисту Родины. Арбитр уже посматривает на секундомер. 95-я минута у нас уже идет. И Богдан Головко финальный свисток дает. 1-0. Родина молодежка обыгрывает Ядро.